Привет, я Игорь Бурцев, делаю для вас тест-драйвы на моем канале в YouTube. Сегодня у нас новый Audi TT. Очень интересный вариант не только из-за своего ярко-желтого цвета, но и еще из-за своей доступности. Стоит он 2,7 миллиона рублей из-за того, что здесь под капотом самый младший из доступных на российском рынке моторов. 1,8 TFSI мощностью 180 лошадиных сил. Но для фана, поверьте, этого достаточно. При построении этого Audi TT Audi отказалась от использования своего фирменного крылатого материала алюминия практически полностью. Алюминиевый здесь капот, крышка багажника и кое-какие элементы рамы Space Frame, той самой капсулы безопасности, вокруг которой строится любой автомобиль Audi. В основном здесь сталь, и при этом новая ТТ-шка на 50 килограмм легче своей предшественницы. Как такое получилось? Ну, я бы сказал, что в наше время стали весили больше, но на самом деле это просто сверхвысокопрочные стали. Они легче, не в ущерб жесткости. Кажется, бывший шеф-дизайнер BMW Крис Бенгл сказал по поводу Audi TT, по поводу ее дизайна, что хорошо, когда у спорткупе можно сразу понять, где перед, где зад. Но где сейчас Крис Бенгл? А Audi TT примерно с тем же обрисом переживает уже очередную генерацию, я надеюсь, с тем же самым успехом. Та же покатая крыша, тоже практически полное отсутствие сидений второго ряда. Они есть, но очень символические. Тут даже на косячке есть дисклеймер, что садиться туда с ростом больше 1,45 м не пытайтесь. Ты сразу понимаешь, с машиной произошли глобальные перемены. Для меня все начинается с того, что вот здесь в боксе появилось сразу два гнезда USB. Раньше не было вообще ни одного. Ну и, конечно, вот эта фантастическая приборная панель. Джойстик есть, все тот же клевый, с поверхностью, на которой вы можете рисовать символы, и они будут отражаться на экране, но экранчика нет, где он? А он здесь, он поместился как раз между нарисованными шкалами спидометра и тахометра, самое там ему и место. Это наши дороги. Ой-ой-ой-ой-ой. Очень жестко. Очень неприятно подвески Audi TT обрабатывать вот эти наши морщинистые, дырявые, буграстые, асфальтовые. Я вот дорогами даже стесняюсь их называть. Вот эти нечто. Это игрушечка, это машина, которая должна вас катить улыбающегося, загоревшего, довольного собой упитыша где-нибудь по берегу в Монако, мимо манекенщиц в купальниках, а не по вот этим... Подвеску тут, конечно, сделать можно было бы, но тогда потерялся бы самый сок, самый фан этого автомобиля, потому что он должен вас провоцировать каждой минутой своего существования на то, чтобы вы безобразничали. Он должен вытаскивать из вас ребенка, того вот шкодливого, которого все время ставили в угол, а он мечтал о том, чтобы лететь в космос. Но никто об этом не знал, потому что все просто считали его засранцем, сорванцом. И Audi работает, и не только Audi, все, кто производит вот эти нишевые спорткупе, все хотят одного. Разбудить вас ребенка, подарить вам
радость детства, которую вы в детстве, возможно, не получили, не дополучили. И стоит это, по большому счету, в общем-то, недорого, да? Ну, для тех, кто не считает каждую копейку, 2 700 тысяч с хвостиком рублей за вот нашу Audi TT, не особо-то напичканную и с мотором всего мощностью 180 лошадиных сил, это немного, да? Немного. Ну, будем думать, что это немного. Если вы ездили когда-нибудь на маунтинбайке, на большом маунтинбайке, где огромное количество передач, у него толстые шины, у него мощная рама, возможно, он двухподвес даже. Вы едете на нем основательно, крутите педали, качаете мышцы, и после этого пересаживаетесь на шоссейный, карбоновый, тот, на котором сидишь кверху задницей, с гнутым рулем. Тот же, казалось бы, процесс движения, но происходит абсолютно по-другому. Вы как будто висите в воздухе и сучите ножками. Вы просто чувствуете, что вы летите над дорогой. Вот Audi TT после большинства, подавляющего большинства современных автомобилей, это как шоссейный карбоновый велосипед после двухподвеса маунтинбайка. Он вас поражает своей невесомостью, и это ощущение усугубляется еще тем, как он четко, тонко реагирует на любое движение руля. Любое движение руля прецизионно, прям микродозы, и он их выполняет. Я вот буквально на прошлой неделе держал в руках руль Porsche 911 нового поколения, то есть руль от 918-го Spyder. И вот этот не хуже, а в чем-то даже лучше. Он интереснее, он очень сложный по своей фактуре. Он лежит в руках так, как будто его формовали под меня. Причем сделали хитрецы, смотрите, и под старый режимный хват, то есть 10-2 часа. Пожалуйста, курочки здесь, если вы привыкли так рулить. И то, как ездят сейчас гонщики, 9 часов, 3 часа, вы кладете пальцы, кладете сюда, и в ладошки вам ложится специально отформованная плоская такая поверхность. Кайф! И хочется сразу его сжать и притопить. Ну! Ну давай хрюкни! Хрюкни на перегазовке! Не хрюкает! Не хрюкает, не хрютка. ТТ-шка с вот этим роботом S-Tronic отдает вам все 180 лошадиных сил и 370 ньютон-метров крутящего момента до последней капли. По-честному, не скупясь, не жадничая, набери, кайфуй. Чувак, больше нету, вот забирай все, что есть. Все, что есть, все тебе. Вот она вот так себя ведет. Ускоряемся от 0 до сотни. Просто педаль в пол. Поехали. Что это было сначала за такое? Должно быть 7 секунд. Ну да. 7,3 секунды. Не драйверский передний привод. За счет него мы тоже теряем скорости. 3-4, поехали. Ну почему опять? Вот почему не прямо сразу, мгновенно? Ты же понял, что я нажал педаль. Ладно, 7,2. Расход вырос. Вот я топтал педальку 11,5 литров. До этого в городе он ел у меня 9,2. На трассе опустился до 8. Сейчас вот 11,5. Мне
Мне нравится, когда нет ничего лишнего. Мне нравится интерьер Volvo XC90 последнего поколения. Я не раз об этом говорил. И ТТ-шка – это вот наш ответ. Наш маленький ответ вот этому XC90. На тебе! Потому что у нас тоже здесь есть все, но оно все сгруппировано, спрятано, вживлено очень хитро. Бац, прибавил температуру климатической установки, потому что она зашита вот сюда, а сюда зашито направление потоков. В серединке дисплей. Класс, просто класс. Вот это надо додуматься так сделать. Как направлять поток воздушный вот этого дефлектора? Крутить. Вот они, смотрите, рисочки. Куда рисочку повернули, туда дует поток. Как? Опять как? Как они это сделали? Я вот не понимаю. Он пытается меня порадовать, что-то там прихрюкнуть на перегазовках. Неубедительно, потому что двигатель еще плохо слышно из-за слоев шумоизоляции. Да и все это, все звуки забивает доминирующий в салоне шум из колесных арок. Вот этого нету у нее. Звука из двигателя. Просто быстрая штучка. Быстрая штучка. Ну что получается? Машина не утилитарная, двухместная, шумноватая, которая особо-то не вваливает. Стоит при этом почти 3 миллиона. Естественный вопрос, на кой она нужна? Тешить. Я вспомнил это старое русское слово «тешить». Свое белое тело колыхать в этом автомобиле по-богатому. И попробуйте убедить, что оно того не стоит, того, кто может себе эту игрушечку позволить.